В Казанском федеральном университете состоялся диктант Победы. Мероприятие проходило на 4 площадках: юридический факультет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений и Институт психологии и образования. Всего диктант написали около 700 человек. Среди них были студенты вуза из самых разных институтов. У меня большая честь быть сегодня здесь, в нашем родном, в Казанском федеральном университете, рядом с вами, с участниками этого замечательного и знаменательного события. Университет уже традиционно открыл двери для проведения международного исторического диктанта «Диктант Победы», посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Диктант Победы» проводится в 6-й раз. Казанский федеральный университет участвует в нем 5-й раз. Помимо диктанта, студенты поучаствовали в акции «Письмо героя», написав слова благодарности и слова поддержки солдатам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Также были выданы георгиевские ленты в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно в преддверии 9 мая. Эта акция посвящена празднованию победы в Великой Отечественной войне и является символом благодарности ветеранам. Главной целью раздачи ленточек является стремление напомнить новым поколениям о тех, кто одержал победу в войне, и о цене победы. Это не просто рядовая акция, а дань памяти каждому погибшему в войне и уважение к ветеранам. Тестовая часть диктанта включала в себя вопросы, которые касались Великой Отечественной войны. Помимо этого, были вопросы, касающиеся общей истории. Участникам было дано 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов. Здесь важен не результат, а важно участие в этом мероприятии. И еще раз задать себе вопросы, знаю ли я историю, знаю ли я, что было в годы Великой Отечественной войны, знаю ли я, сколько героев и сколько человек погибло для того, чтобы наша страна вышла победителем в этом событии. Диктант Победы в Казанском федеральном университете – это пример того, как важно не только помнить историю, но и активно участвовать в ее изучении. Это событие еще раз подтверждает, что память о подвиге нашего народа жива и будет передаваться из поколения в поколение. Аделя Курбангалеева, Аделина Абдрахманова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Александр Антонов, Универ, Новости.